Ну что, вот присел, приехал сейчас с Суратани, возле станции железнодорожной. Вот билет у меня. До Бангкока. Суратани, Бангкок. Короче, трансфер с Пангана до Бангкока 1300 бат. Присел покушать. Взял чикен нудл суп. 60 бат. Порция большая. Сейчас покушаю, пойду погуляю, посмотрю храм. Тут где-то храм рядом есть. Ну и вот так вот, собственно говоря. Буду отправляться в Бангкок. Вот такой вот вокзал. Железнодорожная станция Суратани. Вот такая вот железная дорога. Поезд Суратани, Бангкок. Thank you.
Сурнавабуми, аэропорт Бангкока. Вот показываю, сколько рейсов отменено. Где cancelled, это все отменено. Cancelled, cancelled, cancelled. Cancelled, cancelled. То есть где-то процентов, наверное, 70 рейсов отмена. Chicken close. Типа регистрация закрыта, это понятно. Ну, короче, там, где cancel, вот это отмена рейсов. То есть по факту процентов где-то 70 отмена. Короче, такие дела. Сейчас вот иду фудкорт искать, чтобы тайской пищи еще успеть покушать. Тут наклеивают такую вот фигню, значок вот этот красный. Это значит, что меня проверили, температуру меня проверили. Вот так вот. Приехал сюда на поезде. И, кстати, на автобусе не факт, что успел бы. Точнее, не факт, что доехал бы. Потому что люди прилетели на самолет, 30 тысяч отдали, чтобы самолет прилететь на двоих. 15 тысяч билет с моей истории. Вот. Я плывал за 1300 бат, за 3000 рублей я сюда доехал с Пангана. Через поезд, в общем. Ну, заодно попробовал, что такое тайские поезда, тайская железная дорога. В аэропорту Сурнавабуми еще есть 7-Eleven, уже два 7-Eleven нашел. Это еще прикольно, что прямо внутри бангкокского аэропорта есть 7-Eleven. И вот даже вот здесь те же самые мои любимые пончики за 10 бат. Офигительные просто. Я их с собой возьму. Я их с собой в Россию попробую привезти. Хотя бы парочку. Это расширенный такой. В другом самолоне был. Тут там не было. А тут есть. Даже есть кофе вот этот. По 14 бат. Так что на нижнем этаже в Сурнавабуми есть 7-Eleven. Стандартный 7-Eleven по стандартным ценам. И здесь еще на нижнем этаже, это получается первый этаж, а всего 4 этажа, прикиньте, аэропорт четырехэтажный. 4 этажа аэропорта, это вообще просто. Как можно было, да, вот так построить четырехэтажный аэропорт? У нас Домодедово, по-моему, два. Это всего 2 этажа, по-моему. В общем, тут еще фудкорт. Сурнавабуми, в общем, я офигел с этого аэропорта. Я, конечно, уже был в нем 2 раза, но сейчас я вот чисто гуляю, у меня сутки здесь есть. Я вот, пока думаю до вылета, надеюсь, мой рейс все-таки будет, потому что мне повезло, я летаю с Бангкока. Как-то так меня вот почему-то, блин, не знаю, судьба подвела. Прилетел на Пхукет, а взял вылет Бангкока. Вот не знаю, что меня заставило взять вылет заранее с Бангкока, с пересадкой, да, с Пхукета я, короче, должен был улетать. Но взял перелет, в общем, с Бангкока, с пересадкой, да, спустя я взял Пхукета до Бангкока. Этот рейс отменили, я сюда приехал на поезде. Не знаю, вот что меня заставило взять заранее этот рейс, я еще потом жалел, зачем я его взял. Ну, я его взял, блин, и вот его не отменили. Два рейса. Регулярных рейсов, которые летают сейчас с Таиланда. И вот этот рейс, который вот он мой. Этот рейс он мой. Один из этих двух. И он летает в Россию. Как я так вот не знаю, как я его взял, почему я его взял заранее, я не понимаю. То есть я прилетел на Пхукет, я должен был летать с Пхукета, но я взял вот этот рейс с Бангкока. То есть я взял с пересадкой, то есть с Пхукета до Бангкока. Из Бангкока до Москвы. И за ту же цену я мог взять с Пхукета. С Пхукета сейчас все отменили. Вот.
Сейчас я хожу по этому аэропорту в Савернабуге, смотрю, что тут вообще есть. В общем, это уже, можно сказать, парк такой, типа зелененный. Вот терминал. Там терминал, 4 этажа, вверху 4-й. Тут второй, третий этаж, нет, второй, третий, четвертый. Внизу этаж первый, ну это как нулевой этаж. Еще ниже спускаешься, там метро. А аэропорт просто огромный, огроменный. Я, конечно, просто удивлен, что тайцы делают. Это дорога трехъярусная. Вот она, трехъярусная дорога. Вот она подъезжает сюда к аэропорту. Конечно, коммуникации просто огроменные. Сейчас я просто уже оценил масштабы, да, вот такие полностью. Сейчас иду гулять, не знаю, что там. Короче, я вот нашел, чем я буду заниматься в аэропорту. Сейчас буду жрать. Тут том-ям за 50 бат можно купить. А нудл суп вообще стоит 30. 30 бат нудл суп, представляешь, в аэропорту. Так что я буду сейчас отжираться. Тут, короче, стоит супчик, вот такой вот нудл, 30 бат. Представляете, 30 бат суп. Ну, вот это 60. Второе, да, рис с курицей. В принципе, вот можно, пожалуйста, подовольствоваться за 30 бат супчиком, если денег вообще нету. Так что сейчас буду хавать.